Давайте за угловым посмотрим. Сабаслая. Подача. Удар головой. 1-0. По-моему, там был рикошет. И гол запишут на автогол защитника. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, Жером Ангене. Автор первого гола в сегодняшнем матче. Ну так, на 15-й минуте это случилось. Все равно гол быстрый. Да, конечно. Конечно. Это Дарио Тадич. Он забивает в составе Хартберга. Правда, обычно в ворота чужие, но здесь забил в свои. Ну, диктор объявляет, что Жером Ангене стал автором этого гола. Ну, давайте мы с ним согласимся.